Государственная аттестация вузов проводится один раз в 5 лет. В нее входит комплексное тестирование студентов, проверяется учебная, методическая, научная и воспитательная работа университета, а также проводится проверка кадрового состава учебного заведения. В этом году госаттестацию прошли около 300 студентов и более 120 преподавателей КРГУ. По результатам работы комиссии была дана высокая оценка работе нашего коллектива. И все специальности бакалавриата, а их у нас 18 специальностей бакалавриата, 8 специальностей магистратуры и 2 специальности докторантуры PhD, все успешно прошли государственную аттестацию. Тем самым было подтверждено высокий уровень подготовки специалистов в нашем университете.